Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. И Серхио с канала Amazon Games. Всем привет, дорогие друзья. Мы продолжаем пытать принца. Ну или принц нас, это уж. Да почему? Что не так-то, ёб твою мать? Вот враг, что ты мозги мне ебёшь? Ц! Блять, вот, ну серьезно, я эти два или сколько потратил, просто потому что я нажимаю прыжок, нажимаю С, а он просто продолжает дальше лететь. Это прямо охуенно, я считаю. А, подожди, подожди, стоп. Вот опять же визуально вот эта штука, она же... Нет. Вот зачем? Что ты... Ой, Господи Иисусе. Я уже отпустил все, что можно было отпустить. Он, блядь, отматывает мне в самое... Да, отмотай меня нахуй в начало игры тогда сразу. Чего нет-то, блядь? Так, подожди. А там на С надо было нажать. А, он за водой там, что ли, стоит? Мне кажется, он вообще в другом месте. Бля, охуенный чекпоинт, просто, блядь, царский. Да ёб твою мать, что такое-то, блять, камера заебала! Прекращай! Только все было нормально, удобно, нет, блядь. Чем дальше, тем надо залупести делать, да? Так, что там я выбирал? Вихрь. Вихрь четверка. Where did he go? А, это... То есть некоторые из катсцен, которые тебе показывают локацию, можно пропускать. Но, говорится, не только лишь все. Блять, камера. А что тебе мешало сразу так сделать с первого раза? Да, блять, ну и какого хуя ты не долетел, блять? Что происходит? Чё ты не долетаешь-то, блядь? Бля, я ничего не понимаю. Он просто, сука, не долетает до этой хуйни. Я раскрутился на этой штуке, прыгнул. И чё, блядь? Угу. Чё за бред, блядь? Ну, сейчас бы принц Персии не душил еще. Ну, да. Вообще сказки какие-то. Ха, персидские, я понял. Да, 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 да. Шахерезада фактически. Блять, как же удобно, что... А, ну давай, давай, давай. Как же удобно, что чекпоинт, сука, вот после. Точнее, до. Каждый раз надо собирать сундук. Вот здесь кнопкой вперед он раскачивается. А на воде вот на этой надо иногда другой какой-то кнопкой. Она пробелом. Вот. Камера, давай, приди сюда. Все, ты сразу пришла в себя? Так. Ну да, он за водой стоит. Он не долетает до нее. Он не долетает до этой хуйни. Я могу подумать, ну, наверное, потому что это край, типа.
Типа, потому что это край этой трубы условной, но нет, он же с этой-то как... Да что тебе надо, блядь? Здесь же он держится за край. Ну в сторону, блядь, в сторону. Что происходит? Почему он не цепляется? Там как будто бы анимация начинается с цепляния, он все равно пролетает мимо. Угу. Вот. Ну и чего? Я не понял, вот, типа, чё... Блядь, сука! Ну ты будешь слушаться, вот раз, что я нажимаю, то, ну, блядь! Я нажал С, если что. Так, я сейчас на секунду. Давай, все равно эту хуйню страдаем. Чего? Where did he go? Ага, я здесь. Вдруг кто-то по мне уже соскучился. Мало ли. Ну, всякое бывает, уж. Почему бы и нет? Если чем ты хуже кого? Ну, ты явно не хуже, чем вот этот уебан, который, блядь, то ему не хватает, чтобы допрыгнуть, то он, блядь... Что ты сделал тут? Ебать. Чувака что-то колбасит этого. Сука, ты можешь до края добежать, уёбок, блядь? Вот я ему нажимаю, чтобы он вот сюда вот забежал за угол, он упорно бежит вот сюда и не хочет этого делать, блядь. Блядь, ну вот какой ты, вот просто вот надо на ровном месте абсолютно какую-то конченую хуйню. Подвинься в бок, блядь! И сохранение прошло. Да. При скольжении вы можете бегать по стенам. А, ну, логично, да. А, извините, все, блядь, я сейчас не нажал вперед. Просто я shift нажал, а вперед нет. Типа, типа, чувак, а почему ты... Нет, не... Как сказать? Ну, раскачайся. Блять, он какой-то прям вот у него с этим какой-то... Да не хочу, блядь, не люблю, не буду, мне не явится. Что вы до меня доебались, раскачайся, ага, понял. Доебались до меня, раскачайся, раскачайся. Так. Ай, камера, спасибо тебе большое, конец. Ну и чё, блядь? Он и так уже на углу стоит. Куда тебе ещё дальше-то, блядь? Блядь, ну это же пиздец, а. Вот опять, вот смотри, вот опять камера хуй пойми под каким углом. И поэтому надо две кнопки одновременно нажимать каким-то блоком. Еще shift при этом зажимать и пробел. Заебись. Опять же, это сделано под геймпад, где ты можешь просто геймпадом, блядь, этим стиком направление задать. А чтобы на компе, блядь, это сделать, надо две кнопки нажать, блядь. Сука. Да, слава богу, он сам сюда. Я вот, допустим, думаю, что куда-нибудь туда надо дальше. Так. Бля, хорошо, когда не хоть сохранение. Сохранение щедро сыпет после этого всего говна.
Так, и что я должен сделать? А, у меня нету этого. Подожди. А как я в боксе? Ну, видимо, как-то по стенам. Все, 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 там пробежать по стене просто. Да-да-да, извините. Да-да-да, пардон. А как мне вниз-то спуститься? Он не умеет спускаться, он же не пока... нам не показывали, как спускаться вниз по этим. Если я буду прыгать от стенки к стенке, он будет прыгать вверх же. Ну, может, наверх и надо. Или там потолок уже, я, там, честно сказать, потолок, не обратил внимания. Потолок. Может, я тоже, кажется, в глаза ебусь, но вообще посмотрим. А вот там сверху уступ да. Как раз. Окей. Ладно, окей. Угу. Так, что тут у нас? Спасибо, хоть, хоть в этих местах он более-менее нормально прыгает. Я что-то немножечко это. А какой-то паттерн такой, они друг друга заменяют постоянно. Как я должен был? Серьезно? Они же. Блять. Я не понимаю, как здесь проскочить. Ну да, как-то вот так. Я думал, сейчас опиздюсь, если честно. Да, было близко. Прям. Ох ты ж, ёб твою мать. Топор понюхать можно было. Да. Шерсть на жопе прям сбрил. Или усы, скорее усы. Скорее усы. Всё, не пустят в трусики, получается. Я спрятался. Там что-то Дискорд все заживал, что ты сказал? Я говорю, я спрятался, говорю. Я в домике, блядь. Это не получишь, не получишь, на-на-на-на-на. Че это? Где? Это этот стреляет. Я просто говорю, типа, где он? Не видел. Оп. Оп. О, и в него первым делом заебись. Вот ты жопа, а? Вот. Ну просто крыса такая сидит вот эта вот. Кемперюга. Кемпедрист. Кемпедрист, да, сидит там в кустах своих ебучих. Давай, 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 сейчас, 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 сейчас тебя, мой хороший, давай, на тебя, блядь, поебало. Да. А, кстати, ну-ка, вопрос. Да, можно так делать. Ну, видимо, я ну, это не так, даже это нас... не подумал о том, чтобы использовать. Ну, это, на самом деле, не настолько прям мега удобно просто, чтобы это... Что там расстояние все какое-то надо, чтобы... И чё, и куда? Там и стены, и фонтанчик. Вижу. Мне реально нравится, когда пацанов ставят чисто, чтобы я им въебался их на полной скорости. Это единственная функция. Давай, 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 давай. Опачки. Опять же, почему ты не зацепился? Хуй тебя знает, дурака.
Я смотрю, кому-то прям очень полюбилась эта загадка, да, она прям... Бля, я вот не вижу, что там за ней. Чё вот там? А, легче не стало. А, ну да. Ты вот внутри, блин, мразь какая. Что ты делаешь, блядь? Вот по... Ну по стенке забеги, ёб твою мать! Мне, кстати говоря, бьет он довольно, ну как сказать, не потому что очень сильно, но и не сказать, что слабо. Его основная задача, как мне кажется, просто вот именно с краю как-то сбить, или вот пока ты там раскачиваешься, или на столбе сидишь, то есть... Ну так-то да, это... Как правило, он по сусалам-то первым отхватывает. Ну да, потому что ты первым делом в него вылетаешь. Вот, вот, вот это уже интересно, и вот пошло. Давай вихрь свой используй. А, ну да. Ну да, он врагов отшвыривает по сторонам, то есть. Его если прокачать, они все будут падать. Ну, в принципе, нормальная такая тема. Ну да, неплохо. А, ну, сейчас, ну, знаешь, сейчас мы его прокачаем. Причем, видите, в сочетании, может их поджечь и потом взять и просто всех на землю уронить, и половина сразу сдохнет. Придурок. Да. Стенки припёр тебя, чувак, к стенке. Да и ваза, на тебе, получай ваза. Чё ты думал, уйдешь от моего гнева? Хуй тебе ваза. Сейчас, погоди. Погоди, мужик, я тебя вижу, подожди секундочку. Тебя очко даст. Да-да-да, сейчас. Ну надо, что с этим парнем расправиться. Если ты понимаешь, о чём. Во всех смыслах, на самом деле, в данном случае, мое очко доступно, потому что он по мне фигачит же. Я открыт, так сказать. Ну, давайте пойдем вихрь улучшать, что нет-то. Блядь, ты серьезно? Падла такая. Я не хочу в ячейки сейчас вкладываться, блядь. А он мне не дает без этого. Ты смотри, гад какой. Ладно, это ячейки сначала прокачаем, чтобы потом уже мозги просто сильнее ебать. Уж, по-моему, игра закончится. Ну и чё? Вот, вот нахуя вот ты взял и развернулся, блядь? Блядь, и шаг ты ёбаный! Блядь, он... Смотри, что делает. Залезь, блядь! Ёбище! Сейчас ты решил не разворачиваться. Спасибо тебе большое. И что дальше делать? А, это столб. Хорошо, он восстанавливается практически мгновенно. Можно успеть. Так. Ах, чуть-чуть, блядь, не хватило мне. Чуть-чуть. Бля. Ай! О! Хм. Подкопил чуть-чуть, пока летишь. Это как, да. Как это называется? Бери больше, кидай дальше, пока летит, отдыхай. Вот это вот прямо оно. Кажется, хотите верьте, хотите нет, но вот в определенный момент в армейке, когда мы что-то там начали. Когда мы начали вот там тоже снега чистили, что-то еще, я даже умудрялся реально так делать. То есть чуть-чуть как-то выдыхать в тот момент, пока снег летит вот с лопаты куда-то там еще. Ну, это не только зимой, это вообще когда лопата попадаешь. То есть я не знаю, какая-то психологическая типа хуйня, что ли, я не знаю. То есть, знаешь, любую секунду использовать возможную для отдыха. Это да.
И, кстати, прикол, знаешь, что мне кажется? Внезапно, смотри. А, нет, нельзя. А, нет, подожди, сейчас. Нет, тоже нельзя. Это значит, только в момент прокачки можно. Потому что я пока тут повторял одно и то же. Помнишь, там в начале это место, где надо постоянно это... Бля, спасибо. Конечно, где надо сундук было постоянно. Да, бля, и как мне это сделать? Все, я теперь уже не успел туда... Так, а ты... Вот, видишь, что... Заранее заморозить, да. Да, сразу заморозил и все. Короче говоря, когда я сундук вскрывал там этот, и постоянно приходилось навык прокачивать после смерти. Ага. Вот. Я там случайно на него жмякнул навык, а потом жмякнул еще раз, он его снял. Я думаю, о, это типа можно в любой момент типа отказаться от каких-то вот этих, все попробую. Да хуйня, не хочу я вот эту вот огненную. И сюда перекачать. Нет, он уже вот. Ну там же ты, когда навык прокачиваешь, тебя спрашивают сохранить и выйти. Видимо, да. Улетай, красавец. Так. Вот он допрыгнет здесь или нет? Я думаю, допрыгнет. Я в него уверен. Это, конечно, очень опрометчиво. Ну, блядь, здесь надо в бок. А, все началось. Вот это вот то самое. Наше. Наше любимое, как говорится. Тихо. Ну да, акробатики здесь становится прям так немало, скажем так. Это логично, в принципе. Смотри, прям показывает, куда бежать. Ладно, ладно. Нахуй туда. Нахуй туда. Ладно, все. Ну, окей, как скажете. Ты убил. Гадёныш такой, сука. То есть ему не хватает этого. Нате, сука. А я думал, что типа... Там переменный ток в воде. Щука! Уу! Не очень было. Отмотайся. Подожди, какой-то бег. Блять, я только что заметил место, какое-то на экране было какая-то. Это гора. Гадость. Она довольно долго, кстати, держит, смотри. Блять. Да пиздец, и чё? Да как успеть-то в этот промежуток-то крохотный? Так ты заморозь ее, как только увидишь, что она это, и все, и держи, и скатывайся. Заморозка-то, блядь, не бесконечная же, ебаный в рот. Ну она ж... ну не, я не хочу, блядь, мне неудобно так, ёб твою мать. Ну что это вот, зачем так сделано? Что, блядь? Что ты, блядь? Ааа, ёб твою мать. Сука, ты ёбаный. Ну. Куда ты, блядь, ну влево же, ну ёб твою мать, почему ты влево вдруг прыгнул назад? Вот что сейчас было такое, блядь? Блядь, он дурак или что? Ёбнутый? Влево! Куда дальше? Куда? Куда? А. Блядь. На мост, не туда. Ну, назад! Что происходит, блядь? Он на колонне.
Ему надо прыгнуть назад. Я нажимаю на сжатый прыжок, он прыгает вперед. Это как вообще, блять? Так ты спиной к мосту, можно не нажимать ничего. Ой, блядь, ну почему, прыгнет. Блядь, ну это то так работает, то так, блядь, это в других местах не работает нихуя. Сука ты, блядская. Вот до этого несколько раз, блядь, разбей эту вазу ёбаную. Несколько раз были моменты, когда мне нужно было это, он не срабатывал. Какая теперь кнопка? Ну, на меня же, ну, блять, я тоже, ну, сука, я два раза подряд то же самое нажимаю. Просто нажимаю два раза подряд, ну, просто пробел. Сработал, заебись. Малик! Да, это, у нас чешется пиздец. Уровень вкачал. А у меня нет такой обилки. Бля, как удобно, что здесь вода льется в этом месте. Малик, у тебя с тенями что-то не очень. Ебан на пафосе такой просто. Да ладно, птицы, серьезно? Серьезно, будут птицы? По ним тоже скакать надо будет. Вот, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Так. Я думал, он сейчас на эту рядышку прицепится. Ну понятно, как же, это ремастер первой части, все ясно. Ремейк. Че там, прыгните, нажмите C, зачем Space, чтобы отпрыгнуть? Да. Прикольно. Опять же, это так Кратос с гарпиями делал, но тем не менее забавно. Отыграться на этих птицах за все, что мне в песках времени птицы попортили кровь. Да-да-да. Я с расплатой пришел. Да-да-да. Мертвое красное искупление. Да. Нихуя себе, слушай, можно мне так же? Я хочу. Ой, щука просто, блядь. Шестой. Растишка подействовала, наконец-то. Спустя столько лет, наконец. Да, всегда. Да-да-да. А, нет, это из другого. Из другого фэнтези. А по идее, если он типа в себя вобрал и стал их повелителем, почему они вдруг на него нападают? Типа бей своих, чтоб чужие боялись, или типа того? А, им надо было песка набрать. Окей. Но это синий юнит, он же за нас. Синие юниты всегда за нас, а красные против. Нет, синих перепрыгнуть можно, а красные алебарда бьют. Самое охуенное, что у него меч увеличился вместе с этим, с его размером. Может, на него нападали, потому что он как бы еще номинально человеком был. Ну сейчас да, вот... сейчас он до конца прокачался. Но я верю, что он типа песка, и ему, может, песочка надо было набрать. Ну да.
Да хорош, я ж хотел тебе. Я ж хотел. Подожди, стоять, стоять. О! Немножко так это ворвался, так сказать. Это, считайте, мини вот этот вот. Да блять, отпрыгни, ёб твою мать. Вот, видишь? Ну, на самом деле, не очень эффективно, конечно, сейчас в толпе. А чего здесь заскучали, пацаны, закипели в уголочке? Ушли нахуй все. Что, слишком много здесь наспавнил, мне это уже... Мне уже не нравится, уже все, пора уже всех вас... А, бля, новых привел с собой друзей. А дайте мне, пожалуйста, сфер. Это не тех сфер, которые, ну, вы помните. Пошел нахуй отсюда. Блять, вот я к нему только подхожу, и он... Смотри, что он делает, блядь. И как мне в этой толпе вот выцепить конкретно вот этого вот призывателя? Херово знает, как-то так. Нет, ладно. Можно набить, короче, синенькой себе этой на остальных. Еще один пришел, да ёб твою мать, сколько вас там? Всё, отлично. Не, неплохо уж прям, неплохо за месяц. Конечно, если бы не то, что я уже всю... Ай, все перед этим прошел на... Давай немножечко вот так сделаем. Все прошел на клавомыши, может было на геймпаде, это, конечно, бодрее, мне кажется, было. Он просто переучивался уже в последней части пошел. Нахуй на нажатие мышки пропускать катсцену? Почему не эскейп? Всегда был эскейп, ну типа эскейп. Нет, эскейп это менюшка, даже в заставке. Не-не, погоди. Подожди, а разве я не получил? Чего, блядь? 36 хп не хватает. А, до следующего очка 36. Почему она вообще пустая, как будто здесь должна быть, вот здесь она где-то должна быть. Я не понял. Просто я думаю, я просто смотрю на эту практически пустую полоску опыта и такой думаю, подожди, я сейчас замочил ебейшую кучу врагов. Из них постоянно желтые сферы валились. Где все это, блядь? Куда ты дел? Так. Нет уж, мое. Угу. Так, что мы имеем? У нас есть птица. А, надо по ним, наоборот, туда забраться, да, окей. И чего? Вот опять же, вот какого хуя? О, ладно, сейчас я тупану. Я забыл, что надо нажать Shift. Ну, бывает такое, забываешь иногда, что есть какие-то кнопки. Ну, раскачайся. Блять, в бок внезапно стало. А, то есть он... А, и все. То есть он через какое-то время сам убивает, понятно. Ты серьезно? Блять, да пошло нахуй. Сегодня не хочу собирать это самое. Бля, вот это вот пиздец, то есть ты раскачиваешься, ты зажимал кнопку вперед, а теперь тебе надо быстро переключиться и зажать типа кнопку в бок. Вот реально половину игры не было такой хуйни, эта хуйня из предыдущих частей. Теперь раз, она опять появилась. Так, а это мне... Чего? Это мне в ванночку в эту надо или что? Я просто не понимаю, что мне дальше делать. Ну, допустим, я пробегу по к той стене и что? Можешь заморозить воду, и ты типа не булькнешь туда, а будешь стоять на ней, и потом куда-то камера что-нибудь покажет. Первого знает. Нет, это не так надо, я понял. Блять, какая же кончелыжная, я понял, что надо сделать, бля. То есть надо вот так.
Чего? Не. А почему ты дальше по ней не лезешь? Блять, там с другой стороны же тоже борт есть. А! Вот так вот. А-а-а. Ебать. Я вообще этого не помню, если честно. А чё, да, он не дал, да не, блядь. Ай, сука. Да выкинь ты это нахуй. Блядь, сука, это пиздец неудобно. Вот он реально берет и ведь начинает... Так, это значит... Зацепиться, подняться наверх и потом только отпрыгнуть. Но! А здесь по стене он не может пробежать, да? Замечательно. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот, и теперь вот самую верхотуру, типа, он может. Ба. Как все непросто-то в вашей жизни персидской. Так, нет, ждем. Так. А, потом просто спрыгнуть, окей, все. Бля, сложно. У меня мозги так не работают. Ой. Блять, ну ты серьезно, а? А здесь это вперед, хотя это очень так же камера под углом, здесь вперед надо нажимать. Что такое было? Я нажал четверку, у меня как бы не было, видимо, этих ячеек. Но удар по земле все равно сделал. Если как в надежде. Но у меня маны нету, но может хотя бы просто кулачком, если по земле ударить, что-нибудь получится. Психологическая атака. Да. У, блядь, знаешь, как кулаком по столу, блядь, не подходите. Да-да-да, просто батя вечером. Да-да-да. Так, а сохраняшки не было, да, если что, мы начнем опять заново снизу. Ну, может и была, хрен его знает. Ну, надеюсь, что когда мы сюда... Ну, по идее, столько прошли уже. Когда мы сюда запрыгнули, надеюсь, была. А, пардон. Пиздец, ты беспредельщик вообще. Че он вытворяет-то, погляди на него. Да. Приз, да вы, батенька, психопат. Отморозок, я бы даже сказал. Так. Ладно, пусть не двумя этими. И это тоже понизу. Те надо понизу, а это понизу. Иногда не очень хорошо то, что он высоко и далеко прыгает. Оп. Да, блядь, ну не видно же, вот когда ты был. Да, блядь, ёбаная ты, сука! Так. Блять, здоровица. А, нихуя, у тебя здоровье-то было, я только сейчас заметил. Так я что такой напряженный-то сижу? Они уже такие лоховские, что у них даже музыка уже эпичная не врубается. Пошел отсюда. О! Иди отсюда. Так, ребятки, подождите. Ну да. А, нет, давай ячейки докачаю, пизду. Я сейчас ячейки докачаю, все потом уже. Это похоже на арену. Ну ненадолго, судя по всему. Как вы сюда забрались?
Бля, 40 минут, ты чё, какой босс? Блять, ты будешь перекат делать или нет? И что я тут делать должен был, блять? Ну, видимо, за вот эти каменные... Чуть-чуть не дошел. Ну хорош, блять! Да, его KFC сильнее твоего, мне кажется. Бля, как я вовремя заметил, что он взлетел, чтобы эту хуйню свою сделать. Просто вы, как говорится, вы не представляете. На. Да, блять, как от этого всего уворачиваться? Он же боль... Он вообще похуй, вот я делаю перекат, а... То есть надо два, что ли, надо? Опять же, на геймпаде, возможно, было бы поудобнее. Меб здоровится чуть-чуть. А заебись, то есть когда идет анимация, в которой я ничего не могу сделать, он меня может пиздить. Вот это охуенно. То есть идет анимация добивания вот этих вот лежащих врагов. В этот момент, ну, типа управление, ну, как и положено, отбирается, да, у тебя. А он в этот момент можете ебануть это и свои секиры ебануть. Охуенно. Блять, ну я ж был в километре от него. Ну и чё? Вот. Да блять. Да блять, отцепись от него, сука! Блять, он прицепился к нему таргетом и пиздец. Ебать, ты рок-звезда. Рок-звезда такой. Папа. И чё, блять? Ну вот чё, блядь, что тебе надо-то? Це! Так, пацаны, здоровье, синие сферы, красные сферы, все, что, блядь, у вас есть. Мне надо все. Блядь, даже желтые сферы в какой-то веке мне не настолько нужны, сколько вот... Сколько красные и синие. Но, на самом деле, просто ячейки прокачивать смысла не вижу, потому что они очень редко заполнены все у тебя. Заполнено больше штуки 3, а остальные, как бы, ну, они постоянно тратятся на что-нибудь. Если, ну, поскольку в бою теперь на боевые способности ты прям тратишь. Он там на такое расстояние телепортироваться может, а иногда как бы... Ой, извините, это слишком далеко. Ладно, дайте уж как-то... Надо добить, наверное, брата. Ну, хотя бы какой-то следующего сюжетного эпизода. Нихуя себе, ребята, прям зависли, это гирлянды тут. Ча, брат, подожди, я птиц всех запизжу. Я к тебе вернусь. Охуенный, что я должен был сделать, блядь? Бля, не ту кнопку, извините. Теперь не все эти экраны... Не за все эти экраны можно спрятаться. А как узнать опять? А, не вижу, да. Блядь, заебись, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое.
Блять, как? Вот нахуя так делать, блять? Ну вы видели, что творится, да? Я пытаюсь отбежать от босса, и камера такая, ну посмотри, смотри, какой босс классный, посмотри, он красивый, да? Ну смотри, он крутой, да, он классный, так, блядь, меня отбежать надо, он меня убьет. Не, ну да посмотри, какой он крутой. А что художники так старались рисовали? Ты плохо пытался, ты плохо пытался. Я разочарован тебя. Так, ну в принципе 46 минут. Я думаю, можно, если что, на этом мы. Или до следующего сейва добежим. Как думаешь? Смотри сам, как тебе больше нравится. Ну окей, давайте тогда до следующей сохранишь. Че, дверь открылась? Кто это? Кто это дверь открыл? Ой, извините. Я вас сгажу. Я вас сгажу, как перепутал. Ну, бывает похоже такое, что. А, блядь, я все время забываю, что здесь можно по стене еще бегать. Здесь не надо, типа, столько переменных надо в голове держать. Ой, блядь, отстаньте. Что, типа, еще он может бегать так, еще он может бегать так. По большому счету, конечно, не настолько их много, и на самом деле просто достаточно держать в голове, что он просто может бегать по стенкам практически везде. Даже когда стенки вода. Да, даже когда стенок нет, и только вода. Все равно может по ней бегать. Ну залезь ты наверх, господи. Угу, 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 угу. Логично. Так бы и не разобрался, конечно. Блин, ты серьезно? Получается, не разобрался. Да нет, блядь, ну просто он. Да какого хуя-то? Ну я не нажимал же еще хуя. Че ты вверх-то полез сразу? А! Я думаю, почему тут. Подожди, так это же вроде там и пилы нет. А почему за эту зацепиться нельзя, которая напротив меня? На пилу это вроде не похоже. То есть должна была быть пила, но ее нету. Ну ладно, как скажете. Деловцы. Во, все, сохраняшка прошла, давайте. И ладно, ладно, ну давайте, ну так и быть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Выглядело-то страшнее, чем есть на самом деле. Так, я не понял. Вот сейчас я вообще нихуя не понял. Ближе к правой стене, по ней бежишь и отпрыгиваешь. А, там стенка есть, он просто. А он не хочет. Я вам сейчас зажал правую кнопку мыши, он не хочет. Он говорит, я начинаю думать, что джинны не очень любят гостей. А сейчас сделал. Что? Ну что теперь-то, блядь, не так? Ну я не. Блядь, ну я не успеваю этого видеть. Ну серьезно, я вот не видел, что здесь вода, блядь. Да, это он. Сейчас какая-то загадка будет, да? Ну, все, отлично. На следующую серию мы с ним начнем. Все, пора прерываться, короче, уже судя по всему. Я уже 4 часа дня. А я как проснулся, даже я не поел ни хера, я сразу сел записывать. Что за хуйня? Блядь, даже скоробей вспомнили, смотри. Скоробейчики, да. Оооо, какая прыгать, ты видишь, что произошло? Да. Вот ради этого стоит вводить в игру всяких мелких врагов, чтобы вот, вот так вот иногда делать. По красоте. Попросил их еще раз разматывать в следующий раз. Вот. Ну, размотаем дело. Запросто. Даже не буду там ничего сломать, потому что сейчас все равно еще придется еще раз это делать. Все, все в описании. Ссылки на его канал, на мой телеграм-канал, на все остальное в описании. Проходите, подписывайтесь, вступайте и так далее. Вот, говорю, все, надо прерываться, а то я уже устал. Сколько мы получается? Вчера у нас было записано 2 серии. Значит, мы. Ну, и сегодня 4. 2, 3, 4 серию пишем. Да, вот так что. Так что вот. Ну, за 7 мы, конечно, уже не пройдем. Я не знаю, что ты делаешь такого. Может, не во все ответвления заходил, еще что. Я вроде не сказал, что я прям затупливаю очень уж долго. Но мы за 7 серий точно, я думаю, не забоем.
Вот. Скорее всего. Вот. Ну, не важно. В общем, все. Ссылки все в описании. Везде, если проходите, вступайте и так далее. Жмякните на колокольчик, приходили уведомления о новых роликах. И по возможности поддержите канал на материале. Ссылки на реквизиты есть. Очень сильно этим поддержите и поможете. Вот так. Все. Всем всего доброго. Играйте в хорошие игры. Всем пока. Всем пока. We'll be right back.